популяции уходят куда-то со своими стадами. Им, конечно, интересно, вот человек новый пришел, рассказать чего-то, что там на большой земле происходит, какие новости в соседних кланах. Вот, и они всегда очень радушно принимали гостей. Но бедуины такой вот народ, пустынники, они молчаливые, у них очень сильно развит язык символов, жестов. И вот они, когда приготавливали кофе, наливали маленькую кружечку, половинку. Это был знак того, что ты желанный гость, с тобой хотят разговаривать, хотят от тебя много чего интересного слышать. Ты отпивал глоточек, тебе тут же еще доливают, еще глоточек, еще доливают. А вот когда тебе наливают полную чашечку, это знак того, мне ничего не говорят, налили тебе полную чашку, знак того, что все, собирайся, все ты рассказал, можешь дальше двигаться. Бедуины, кстати, это вот тоже одно из наших национальных меньшинств. И бедуинов в